Здорово, дамы и господа. 3763 подписчика на данный момент. Двигаемся дальше к 500 тысячам. У меня сейчас страшно шумит компьютер, и я просто не могу пользоваться своим микрофоном, потому что он очень чувствительный и записывает видео с телефона. Так что, кому звук не очень нравится, то извините. Сейчас я вам покажу, как стримить в ТикТоке картинку, любую выбранную вами картинку. Этот способ показал мне один человек из ТикТока. Я листал стримы, наткнулся на вот такой стрим с картинкой, просил его, и он мне с радостью все рассказал. Я его за это благодарю, и если смогу найти его ник, то обязательно вставлю видео и в описании под видео тоже. Ну и собственно, как это все сделать? Заходите в TikTok, нажимаете плюсик, выбираете стрим, дальше нажимаете эффекты, дальше зеленый экран. Дальше выбирайте любую картинку. Все, можете запускать стрим. Точно не знаю, как работает этот эффект, но чтобы вот там не проявлялись никакие лица, никакие предметы, то лучше заклейте камеры. Звук будет писаться, так что если вам и надо отключить еще как-то звук, то ну, тоже как-то заклейте микрофоны, либо включите какую-то музыку. Насколько это безопасный способ, я не знаю. Возможно, TikTok за такое банит, так что будьте аккуратны.